Всем здорова, ребят! Ну что у нас сегодня на обзорчике? Очередная имбушка. Вот такой вот у нас будет Асурик 13-13, 10-10. 10-10 огонь, жизни которой дает плюс 170% хп. Это не просто так стоит, плюс увеличение крита. В принципе, можно было бы и что-то другое поставить, но я чисто для хп. У нас он 7-7, обряд лечения плюс 70% хп и 10% подхила от максимальной жизни. То есть мы сейчас посмотрим, сколько реально у него максималка по жизни. Очень интересно. Собран он у нас в такой вот сборке. Здесь у меня дополнительная снаряга. Все полностью на хп, без уклонений. Самое основное, то, что герой отражает, тоже довольно-таки неплохо. Сколько там у него? 50% входящего дамага. Варианты по талантам можно было бы, конечно, еще и поставить. А если у нас сейчас получится вытащить быстро стойкость или дар. Лучше, конечно, стойкость попробовать на максималке. Посмотреть, что этот герой сможет. Огненку ему бессмысленно ставить, она так работать как надо не будет на нем, это уже тестировали, отлично. Максимально, ребят, максимальная хп. 10-10, 10-10, семерка, поехали, где-то посмотрим, интересно просто даже посмотреть, сколько в реале у него жизни. Этот герой кайфовый на PvP локации, когда он заряжается. Нифига себе нам там прилетело по ходу отсмотра. Так, смотрим. А теперь самое интересное. Сколько? 9 миллионов? Вы чё? Это мне, наверное, показалось. Или это реально 9 лямов было? Я, честно говоря, сейчас в шоке был. Сейчас посмотрим еще раз. Это просто жесть. Он, конечно, нереально крут. 9 лямов жизни, ребят. 9 лямов. Это просто пипец. Нормально, кстати, держится. Хоть он и без уклонений, все равно. Смотрите, какой там отхил. Блин, нереально. Сейчас пусть они разбегутся все. Проверим. Так, ну что, поехали. Бум. Бля, 9 лямов. Да ну нафиг. Не верю. Побежали. Побежали в экспедицию. Так, 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 где там наша экспедиция? Чем мы с вами? Ну это просто жестко. Конечно, он в такой сборке там не особо идеальный, потому что все-таки он не так долго живет, но, блин, в определенных ситуациях он реально будет тащить. Так, блин, на зеленый смотр, надо кого-то из зеленых убрать, поехали. Сейчас надо, чтобы его как-то слили. Я не знаю даже, как его сольют с таким хп. Но я надеюсь, что они это смогут сделать. Посмотрите, как убиваются. Его этим героем нереально просто слить. Он забирает энергию еще и нормально, я вам скажу, так дамажит. Плюс увеличивается у него крит. Ну это жесть. Это реально, ребята, жесть. Пойдем на следующий левел. Я надеюсь, где-то мы увидим максималочку. Просто пофиг все. Я не вижу, сколько у него там отхил. Здесь усиленные статы идут.
Блин, видите, очень плохо видно. Так, давайте добьем быстренько. Дальше, чтобы пройти. Может, дальше будут повеселее противники. Так, что-то дальше наоборот попечальнее все. Так, ну может здесь получится. Я не вижу, кстати, вот не вижу сколько. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Блин, молчанки пошли. Это просто, конечно, жесть, что он творит. Там отхил такой. Сколько отхил? Сколько? 2 ляма? Блять, посмотрите, ребята, посмотрите на этот отхил. Это просто жесть какая-то. Я офигею. Но здесь усиленные статы, но это просто нечто. Так, ну-ка, может здесь его зарубят. Блин, это нереально жестко. 2 ляма отхил. Это если 10%, то у него 20 с хреном. 21 миллион жизни. Офигеть. Да, ребята. Нормального монстрика собрали. Нормальные герои пошли. Попробуем еще раз. Но здесь 21. Это просто пипец. Почти 22 миллиона жизни. Да. Однако. Я надеюсь, сейчас дальше будут посерьезнее противники, мы сможем что-то веселое увидеть. Но пока, к сожалению. Все слабее и слабее. Вот Огник, Космо. Так, смотрим. Он отхиливает 10%. Да, ребят. 20 миллионов жизни. Я офигею. Просто пипец. Вот это монстрик. Десять процентов отхил, 20 лямов. Просто капец. Я в шоке. 20 миллионов жизни, вы что, издеваетесь? Нормальный такой Асура на максималке. Сейчас пойдем посмотрим на арене на него. Ну это, конечно, капец. Давайте уже добьем. Да уж, IGG, 21 800, просто пипец, каждый удар,
Если бы он был дальником, это вообще просто была бы жесть, ребят. Пять кулаков. Вот так вот. Каждый день. Причем каждый день я могу получать по 945 кулаков. Так, давайте попробуем его на подземках. Мне интересно посмотреть. На седьмой. Чтобы ему дамаг сейчас понаносили. Вот он включился. Ну, по дамагу он тоже, посмотрите, как выдает сейчас. Офигеть, 1,5 ляма дамага, ну нормально, а чё? Лям, 1,5, лям 700. Офигеть. Нормальные такие. И у нас он не с уклонениями. То есть по нём нормально попадает, но ему это все пофиг. Вот это да. Реально круто. Сейчас он доберется до малыша Ника. Здравствуй, малыш Ник. Офигеть. 2,4. Пипец. Вот это мы героя собрали. Да уж. Однако. Однако прикольно. Он так может и всю подземку соло пройти. Неплохие такие статы. 20 миллионов, 21 миллион жизни, но там они усиленные. Здесь у нас по 900, если я не ошибаюсь, отхил. То есть 9 миллионов. 9 миллионов это обычная его жизнь, почти 10. 10 лямов. Офигеть. Посмотрите, что он делает с подземкой. Он все по чуть-чуть, постепенно. Ну, то есть можно таким героем фармить подземки без проблем. Конечно, на 3 звезды он ее не задамажит. Но 2 звезды однозначно есть. Половину героев раскромсал. Круто. Однако круто. Да. Посмотрите, что он делает. Он забирает энергию, но просто круто. Я в шоке. Я, честно говоря, в шоке. Поехали на арену. Так, давайте найдем, где там моя... Куда делась моя арена? Тут такой бардак творится на базе. Просто печаль. Это, конечно, жестко. Посмотрим, что у нас здесь. Но его должны здесь шатать в такой сборке, по идее. Видим ли мы отхил или нет. Вот меня что интересует. Но держится еще, посмотрите. Еще нормально держится, я вам скажу. Неплохо. Все, вот его убили. Тут без вариантов у него. Его тут блокируют полным ходом. Поэтому вариантов здесь особо нет. Но это, конечно, очень круто.
мы, по-моему, больше пока героя, чем 10 лямов не собирали. Если я не ошибаюсь. Лям 400, здесь 15 миллионов жизни. Просто офигеть, ребят. 15 лямов жизни у героя. Пиздец. Однако, да. Фрея. Говорим, до свидания, Фрея. 9900 получает. Не, ну он реально какой-то крейзи. Ну критует он, конечно, круто. Посмотрите, одни криты. Это, конечно, пипец, ребят. Я в шоке. Сколько битрейт? 40 хп. 7-7. И здесь полностью все собрано на хп. Это нереальный просто сурик. Да. Давайте побежали в забашку, посмотрим, что там он сможет сделать. О, кстати. Здесь... Здесь у нас веселые пачки. Ну, хоть можно тестировать нормально. Ехали, посмотрим на этого зверя. Блин, да он держится неплохо. Еще и шатает. Нифига себе, да ну нафиг. Посмотрите на него, что он делает против 30-х. Офигеть. Там осталось только 3 героя, да, по-моему? Или Ронин, я что-то не видел. Но держит он урон обалденно. Его пока убили, если на него поставить еще дополнительно для хила кого-то. Ну, в принципе, неплохо. Снимает энергию, но герои на нем сливаться будут только так. Особенно вот эта, кстати, пачка. Сейчас мы... Пойдем на вторую пачку, попробуем его. Посмотреть, как Афина ушатается или нет. Ну, Роза у нас тут улетела, и Мишаня, по-моему. Круто однозначно. Неубиваемое трио. И еще и шатают там кого-то. Жестики. Блин, ну не знаю, насчет Асурика это, конечно, жесть. Столько хп иметь, отражалка, отхил. Один на один, я думаю, пишите в комментах, хотите ли увидеть тест против других героев топовых. Но я думаю, один на один он будет просто тупо неубиваемый в такой сборке. Тут отхил, блин, миллион с одного удара. Это просто жесть. Ну, половина ушаталась на отражалке. Космо и этот просто улетели. Ну, понятно, его тут будут сильные эти сливать, зефиры и прочее.
Но с таким хп это, конечно, круто. Сейчас забежим в райд, еще посмотрим. Ну, он сам по себе пвпшный герой, то есть, в принципе, если в пачке он будет, довольно-таки неплохо. Такая сборка будет заходить на ура. Да, я думаю, даже на этом. Вот смотрите, Зефир бьет по 92к. Это при том, что у нас нету понижалок, то есть понижается. Держит свободно. Реально держит урон Зефира, ему пофиг. У него с каждого раза отхил. Единственное то, что видите, он бьет, цели убивает, он не успевает добегать и заряжаться. Но я думаю, сейчас он с Зефиром, если зайдет, смотрим. Ха, просто изи держит. Ему просто пофиг. Офигеть. Я в шоке. Честно говоря, это просто пипец, ребят. Зефир ему вообще просто не страшен уже тоже. Это просто мега. С таким-то хп это просто пипец. Максималочка по жизни. Кайф. Еще и отражалочки работают. То есть на нем можно, им можно свободно заходить и танковать. Без проблем причем. В общем, такой вот, ребятушки, Асурик. Ну, конечно, нереально жесткий. По хп это просто пипец какой-то. Я, честно говоря, в шоке. Надо будет однозначно его затестить где-то еще. В общем, пишите комменты, что вы думаете по поводу такого Асуры. Ставьте лайки и ждите новых видосиков, монстровых сборочек. Всем удачи, всем пока.